Всем доброго дня! С вами Сергей Маслехин, руководитель консультационной компании «Верные решения». Полезная информация для собственников бизнеса, которые чувствуют, что назрели какие-то изменения, нужно что-то менять, или, может быть, видят неэффективные бизнес-процессы, или хотят внедрить какую-то современную систему управления. Да? Речь может идти о внедрении управленческого учета, бюджетирования, оптимизации каких-то бизнес-процессов, реорганизации структуры управления, допустим, из-за ярко выраженных болезней роста и масштабирования компании. Речь может идти об законном оптимизации налогообложения. Речь может идти о внедрении электронного документа оборота и графика документа оборота вообще. Речь может идти об введении или настройке управленческой бухгалтерии, бюджетирования. Речь может идти об использовании инструментов государственной поддержки, государственного ресурса в виде льгот, субсидий, грантов, может быть, механизмов ГЧП. Речь может идти о достаточно широком круге управленческих вопросов, в том числе автоматизации, цифровизации, упрощении управленческих функций и так далее, и так далее, и так далее. Под этим видео будет краткая инструкция о том, как мы работаем с этими процессами, как мы работаем с собственниками, с коллективом предприятия, а также возможность подать свою заявку на проведение аудита, обследования. Мы готовы в течение октября месяца 2020 года провести для 5 предприятий, для 5 собственников предприятий бесплатно первую серию интервью для постановки задачи, выявления болевых точек, рекомендаций, с чего начать. Может быть, сможем за это время разработать календарно-ресурсный план внедрения, внесения изменений, да, это называется сейчас дорожной картой. Может быть, сможем сделать первую итерацию технического задания на проведение ряда первоочередных работ. Обращайтесь, удачи в вашем бизнесе!